28 июня стартует Международная школа проектного управления «Пегас». Шестой год подряд в оздоровительном комплексе «Нежеголь» она собирает молодежь из России и зарубежья. За это время инициировано и защищено 1500 идей. Обучение проектному менеджменту прошли более 500 человек. В этом году возможность разработать свой собственный проект под руководством опытных наставников получили 135 студентов. В программе шестидневного форума деловые игры, инвестиционные и форсайт-сессии, мастер-классы по личностному развитию, встречи с управленцами и бизнесменами. Среди экспертов этого года Олег Мансуров, куратор программы «Приактум» Рыбаков фонда, задача которой – поддерживать частную коммерческую инициативу и содействовать формированию современной бизнес-среды, передовой инфраструктуры предпринимательства. А также руководитель Центра проектная практика Владимир Полковников, эксперты бизнес-школ, банковских структур и консалтинговых компаний. В этом году обновлен подход к обучению. У каждого участника появятся свои наставники. Это ведущие преподаватели Института управления БелГУ и руководители успешных бизнес-структур. Ну, практически в режиме нон-стоп, то есть 24 часа, они будут ребят консультировать на предмет, так сказать, каких-то узких мест в их проекте. Кому-то нужно помочь с инвестиционной составляющей, кому-то нужно усилить аргументы в пользу, так сказать, результативности проекта, ну и так далее.